Всем огромный привет, мои дорогие друзья! Начинаю свое новое видео с праздника нашего семейного. 25 ноября в субботу у Кристиночки был день рождения. Ей исполнилось 7 лет. Здесь как раз Сережа получал шарики. Решили порадовать деток и будем сейчас украшать зал. Огромное спасибо за поздравления в Телеграме, столько было поздравлений, я опубликовала там фотографии Кристиночкины, и вечером, когда мы проводили гостей, почитали вместе с ней ваши поздравления, было очень приятно, спасибо вам еще раз. Кристиночка, что тебе подарили? Вот так. Такой вот наборчик. Набор. Барби. Здесь мамочка, куколка, малышка. И на малышах. И еще мама. куколка с лыжами. Настюша уже взяла к себе коляску. Вы знаете, долго думали, что подарить Кристиночке. Мне кажется, у них уже просто есть все. Но в последнее время я смотрела, она стала опять играть в куколке Барби, и в итоге мы подарили ей такой набор, и сейчас она очень их бережет, поиграет, сразу складывает к себе в подарочный пакетик и аккуратненько убирает в сторонку. Вот как раньше она могла игрушки разбросать, сейчас такого нет. Все это время, пока Кристина с Ксюшей играли в куколки, Настюша была возле них, то куклу возьмет, то коляску. Вот знаете, девочка-девочка. Помню, мальчики были помладше, им было все равно, кто там в куколке играет. Так, друзья, я себе немножко привела в порядок, подкрасилась. Надо будет еще волосы выпрямить. Но чуть попозже. Сейчас буду готовить салат оливье. Яйца сварила, картошку, морковку сварила. Здесь ребята вчера почистили картошку, но надо будет еще дочистить. Я хочу запечь в духовке. Сережа сейчас поедет в магазин, надо будет купить тортики, я говорила, и мясо. Хотим сделать сегодня шашлыки. Ой, я очень надеюсь, что меня хорошо слышно. Переозвучивать времени просто нет. Девчонки там играют, Настюша в окошко смотрит. Взяли детям черноголовку, газировку. Она у нас по праздникам. Так что они будут рады. Заезжали вчера в магазин, купили одноразовые стаканы, тарелочки. Кстати, свечки тоже взяли. Это в магните. Симпатичные. Мне понравились и стоили недорого. Также взяла детям на прикус соленой палочки, крендельки. Вот так. Плюс у нас много фруктов. Надо будет тоже сейчас все это помыть, порезать, овощи. Ну, в общем буду меньше болтать и делать, потому что постепенно будут уже приезжать гости, а у меня еще вообще ничего не готово. Только рассказала вам о своих планах, и тут к нам уже приехали первые гости. Это Ксюшенька крестная, Кристины. У Ксюши пять деток, и вот ей удалось одной вырваться. Недавно Ксюша приезжала с младшим сыночком, но в этот раз приехала одна. Все-таки до нас не очень прям близко ехать, особенно своим ходом с детьми. Поэтому Ксюшенька приехала, были очень ей рада, подарила Кристиночке подарок и предложила мне помочь как раз на кухне, приготовить салат, помыть овощи, фрукты. И пока мы готовили, Кристина с Ксюшей на кухне занимались подделками, творческими занятиями. Как раз вот Ксюшенька подарила подарок. Очень увлекательно и интересно. Но я здесь достаю комбайн, буду нарезать оливье. Я рада, что я накануне все заранее сварила. И яйца, и картошку с морковкой. По сути, мне Останется только все порезать. И то с помощью моего помощника. Я не знаю, как я раньше жила. Точнее, я помню, как это было, как это долго режешь. Понятно, что там и детки подрастали вместе, резали. Но все равно для меня нарезать оливье, особенно на большое количество все равно всегда таким был небольшим стрессом. Я заранее продумала, что у нас будет на столе, и мы накануне праздника поехали с Сережей в магазин, купили продукты. Единственное, не покупали мясо и торты. И вот в пятницу вечером попросил мальчиков помочь мне почистить картошку, морковку. А Маше тоже стаечка помогали. И вот когда детей уложила спать, я спокойненько сварила эти все овощи, плюс включила робота-пылесос, он все помыл, пропылесосил. И хотелось с утра, конечно, встать и успеть волосы уложить. Я в итоге не успела и хотела переодеться. И я потом только в конце праздника поняла, что я не переодела платье, которое хотела. Ну, да ладно. Главное, настроение было у всех отличное. Я так была рада всех повидать, со всеми пообщаться. По поводу меню я долго не думала. Я знала, что у нас все любят салат оливье, поэтому решила его приготовить, плюс запечь картошку. И, конечно, шашлыки дети с удовольствием их едят. Так что вот здесь как раз Сережа уже поехал за мясом и за тортиками. Сначала Кристиночка хотела поехать с ним, но она так заигралась. В итоге Сережа уехал, поприсылал нам фотографии разных тортов. И Кристина по фотографиям уже выбрала, какой купить. Пока я занималась салатом, Ксюшенька мне помогала мыть и резать овощи, фрукты, и довольно быстро мы справились. Ксюшенька, огромное тебе спасибо за помощь. Кстати, я прочитала комментарии по поводу нашей плиты, и я действительно ошиблась. Я вам говорила, что у нас э, варочная панель Медея, а я перепутала. У нас горение. У нас Медея это посудомоечная машина и духовка, а варочная панель у нас горение. Когда мы еще жили в Москве на съемной квартире, там была варочная панель горения. А мне она нравилась, и мы решили такую же взять. Так что, кого ввела в заблуждение, очень извиняюсь. Вот правда, ошиблась. Но ну, а тем временем уже две больших миски оливье готовы буквально за 5 минут. Это красота. Кстати, в оливье я сейчас не добавляю ни горох, ни лук. Салат получается очень нежный, вкусный. Так как уже обеденное время и пора кормить детей обедом, я поставила на плиту разогреваться борщ и заправляю одну миску салатом майонезом. Думаю, как раз дети поедят борщ и салатик. Но здесь уже приехал Сережа, купил мясо, тортики. И сейчас помогает мне собирать Настюшу. Мне, конечно, с животом сейчас вообще неудобно кого-либо одевать. Поэтому, когда это делает Сережа или наша нянечка, это для меня огромная помощь. Мне стоит только присесть на корточки, у меня сразу живот каменеет в тонусе. Плюс у меня была небольшая проблема с ногой. У меня защемило нерв, и я очень хромала несколько дней. В принципе, ходить последние месяцы беременности не так просто, а зимой это, мне кажется, вдвойне сложнее, пока оденешься, да еще скользко. Вот, но ничего. У нас Андрюшенька был февральский, тоже помню, ходила такая же. Я тогда еще больше набрала. Я, кстати, пошла рожать Андрюшу, 96 килограмм. Кошмар. У нас на фоне играла музыка, и Настюша пританцовывала с Сережей. А здесь как раз видно такие смешные. Ну а я пыталась, да, одеться. Параллельно отвечала на поздравления от родных. Кстати, здесь я достала зимний комбинезон, покупала в том году себе и таечки такой и я в него влезла, но мне кажется, еще недельку-две и уже не буду помещаться. Здесь мне позвонила Инночка, говорит, они уже подъезжают, поэтому я пошла встречать Инну и как раз уложить Настюшу спать. А в это время наша крестная Ксюшенька пошла гулять с Кристиной и Ксюшей на площадку. Настюша быстро уснула, поэтому мы возвращаемся домой. А Ксюша как раз уже пришла с детками тоже домой они погуляли. Настюшу я оставлю на террасе. Она на улице может спать часа два. И здесь как раз мы заходим в дом, и приехала Сережина сестра Леночка, привезла с собой разных пирогов с мясом, с капустой, с картошкой, домашние соленья, сладости. Мы сейчас с девочками все аккуратно разложим на столе, ну а наши мужчины готовили вкусный шашлык. Кстати, по поводу стола на кухне, мне многие зрители писали, что надо нам приобрести овальный стол. Вы знаете, я сама об этом думаю и думаю о том, чтобы он еще был побольше у нас в длину 2 метра. Но, конечно, он уже нам маловат. И я думаю, 3 метра было бы нормально. И хотелось бы, конечно, да, овальный стол надо искать. Я вот так посмотрела, ну, быстренько, пока не нашла, но... Э, нужно, да, заняться этим вопросом. Раскладываем сейчас пирожки. Сначала хотела положить в красивые тарелки, но я поняла, что таких объемов у меня нет тарелок, поэтому взяли подносы и вот так вот разложили. Иночка привезла еще очень вкусный салат а, с фунчозой. У нас детки его любят и я сама люблю, так что сейчас мы накрываем на стол. Здесь я, кстати, специально не вставляла живой звук, потому что было действительно не тихо. А, дети на заднем фоне веселились, скакали, прыгали. Ну а потом, пока мясо еще готовилось, мы пошли с девочками и с детьми наверх, они хорошо играли, но мы взрослые просто поболтали, вообще замечательно поговорили. Иногда попадаются комментарии, когда я показываю наши праздники и задают вопросы, как вам удается вообще отдыхать во время праздника. Но вот смотрите, дети, на самом деле, они по кучкам, мне кажется, распределяются по интересам, и каждый занят своим. Но ну, а мы спокойненько можем посидеть и поболтать. Ну и также спокойно можем поесть. Ну а сейчас мы спускаемся вниз, уже все готово, останется только разложить по тарелке. Позвать детей и их накормить, но ну, а мы уже потом спокойно посидим со взрослыми. Но ну, а сейчас настает время задувать свечи. Здесь уже все поужинали, они поиграли, и вот как раз спустя время достали торты. Я говорила, что Кристиночка сама их выбирала, и плюс мы еще заранее заказали пирожные, макароны. Они с разными начинками, очень нежные, вкусные. У нас в поселке одна мамочка их сама делает, невероятная просто вкуснотень. тень. И в итоге у нас дети с удовольствием их поели. А уже торт они почти и не ели. По кусочку все э, попробовали и все. У нас еще на следующий день тортики остались, но пироженки доели все. Накормили детей, напоили, и все. А теперь наше время спокойно тоже посидеть, поболтать. Время, конечно, очень быстро пролетело, замечательно, поболтали, посмеялись, очень ждали контимировых, но Костя работал и Анечка не смогла к нам вырваться. В общем, всегда их тоже ждем, рады им. Ну а здесь уже пришло время провожать гостей. Повторюсь: время пролетело очень быстро. И так грустно стало, когда все уехали. Но вот Леночка у нас осталась с мужем и с дочкой с ночевкой. У нас уже новый день. Мы вышли погулять. Погода хорошая, минус три. Да, свежо. Сейчас немножко погуляем и будем обедать. У нас со вчерашнего дня столько всего осталось. И картошка, и шашлыки, и целый тазик оливье. Сереженька уже спать хочет. Тихонечко, Ксюнь, пойдемте. Кристофа, довольная. Как тебе вчерашний день? Нормально. Нормально пойдет? Отлично. Подарков подарили. С гостями наигрались, с подружками. Замечательно. А где твой капюшон от комбинезона? Ты убрала. Я не убирала. Какой? Вот как этот, этого, конечно. У тебя же был капюшон с смехом. Со смехом. Да. Друзья, а я пришла с Настей домой. Настюша просилась ко мне на ручки, не хотела заспать в коляске. Вообще, первый раз такое. Может быть, устала, знаете, когда все-таки новые люди, а она у нас очень стеснительная девочка. И просилась на ручки, прям плакала уже в коляску не посадить. В общем, я пришла одна домой. Лена с детьми гуляет с Витей. Ну, а я пришла, уложила ее спать, она моментально уснула. Грею еще с обед, у нас тут мясо, картошечка, пирожки с капустой остались, еще остались сладкие тут, но их я греть не буду. Надо будет мне сейчас все это дело разобрать. У меня здесь много накопилось посуды, но я в посуду мойку уберу. И что? И буду ждать, когда мои придут, может быть, сама отдохну. Нужно будет мне сейчас еще салат заправить майонезиком. И все. Да, аккуратно все тут расставлю. иночка вчера приезжала, привезла очень вкусный салат с фунчозой. Я очень люблю этот салат. Сейчас тоже поедим. А иночка подарила такой интересный набор. Очень много деревянных человечков. Ой, куда-то фокус пропал. Да. И их нужно раскрасить, как ты хочешь. А в комплекте там и глазки, и губки. В общем, Кристина пораскрашивала. Оставила сохнуть. А еще в этот день, 26 ноября, был День мамы. Муж с детьми мне сделали такой сюрприз, заказали торт. Было, конечно, очень неожиданно. Я прям расплакалась, я вообще очень сентиментальная. Дети заранее подготовились, подарили разные открытки, рисунки, фигурки из пластилина. Было очень приятно. И хочу еще раз вас поздравить с этим днем, дорогие мои. Я всем и каждой желаю крепкого здоровья. Мне кажется, это самое-самое главное. Главное здоровье вам, вашим деткам, мужьям, вашим родным и близким. Конечно же, желаю, чтобы детки вас всегда слушались, чтобы вы побольше отдыхали, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, улыбка на лице, и пусть всегда всегда исполняется все, то, что вы задумали. Дети пришли с прогулки, поели, и сейчас тут творят смотрите, каких классных человечков делают. Мужики. Да уж, чудо Юда рыбакит, да? Мамле. Да, уж видели твой, твой третий глаз? <laughs> Я третий глаз вот сюда. Ух ты! Вот мамулья, теперь у меня точно третий у глаз. У тебя тут прям коллекция, Кристюш. Иночка подарила нам такие красивые куколки. Смотрите-ка. И очень красивые. Смотрите-ка. Красота какая. С Дальше. беретиком. Я Ой, конечно. тоже. У -у -у. Ой, девочки, у вас тут такая красота после праздника. Будем наводить потом порядок, да, девчуль? Да. Ох. Так а я еще один глаз приклею себе на лоб. Ну не надо, Крюш. Mm. Зачем у тебя так уже тут один? можно отклеивать. Вы лучше на поделке. Можно открытки сделать. На открытке тоже допустим, зверят нарисовать и приклеить Класс. глазки, конечно. Класс. Инна подарила гортензию. Не. Красота. Ох, девчоночки, на завтра в школу уже. Ой, это вы подделку уже сделали, Да. Красивая. Ну, а здесь у нас новый день понедельник дети в школе и у меня по плану было разобрать таз с огромной кучей постельного белья здесь полно простыней пододеяльников поэтому э, вставляю наушники в ухо и знаете что я слушала про питание были праздники два дня подряд мы постоянно что-то жевали э, сладкое соленое в общем мне через два месяца рожать, и я понимаю, что я боюсь сильно набрать, хотя я и так прилично набрала. Но главное, сейчас за этот период мне еще больше не наесть. Поэтому, знаете, такие ролики я включаю прямо на Ютубе про питание, про правильное питание, про отказ от сахара и так далее. Так вот посмотришь, послушаешь специалистов и как-то мотивируешься правильно питаться. И пока я складываю постельное белье, хочу сегодня с вами поднять интересную тему. Часто вижу в комментариях вопросы по поводу помощи детей. Я отвечала на вопросы. Конечно, нам детки помогают, и у нас есть графики дежурств могут и посуду помыть могут там картошку почистить подмести полы помыть а также могут и в магазин сходить вообще это огромная помощь когда ребенок уже подрастает и может стать незаменимым помощником в семье и если говорить про покупки продукты то это конечно важное дело чему тоже нужно учить это развивает и память самоконтроль умение общаться со взрослыми повышает самооценку ребенка а также воспитывает чувство ответственности и учат распоряжаться деньгами. Да и родителям становится проще вести хозяйство, если сына или дочку можно отправить в магазин за продуктами. Хочу с вами поделиться правилами, как научить детей рациональному потреблению, на примере покупок в магазинах Победа. Конечно, одно из первых правил не только для детей, но и для меня – это список покупок. Это отличный способ принести домой все нужные вещи, обойти стороной ненужные и сэкономить деньги. К слову, в Победе нет множества вариаций одного и того же товара и победа позаботилась о нас и выбрала для своих покупателей качественные продукты на каждый день по низким ценам и это позволит сэкономить время при совершении покупок список очень дисциплинирует без него мы обязательно что-нибудь забудем и время от времени привлекаю детей составлять список со мной прошу например заглянуть в холодильник и посмотреть сколько осталось у нас молока йогурта чтобы они понимали, что у нас закончилось и что нужно докупить. Второе правило – это правило выбора. Когда дети с нами в магазине, волей-неволей, они запоминают, какое молоко мы пьем, или те же самые йогурты, творожки, и от какого производителя отталкиваюсь я, а конечно стараюсь комментировать, почему кладу в корзину именно, допустим, эту колбасу, вот в победе мы берем краковскую, или почему мы берем именно эти макароны. Правило 3. Рассказываю детям о качестве продуктов, но ну а школьника уже можно научить читать состав и определять срок годности. Кстати, в победе всегда качественные продукты. Для них важно качество товара, а не известность бренда четвертое правило, когда дети со мной или Сережа в магазине, мы просим их помочь все аккуратно достать, ну, что могут, да, и поставить на ленту. Но после того, как товар оплачен, дети помогают сложить в пакеты. А, кстати, после оплаты мы берем чек и привлекаем внимание детей, чтобы мы вместе проверили наши покупки. Ну и пятое правило, мы его используем в основном только с малышами. Чтобы избежать слез перед тем, как зайти в магазин, мы обговариваем, что купить можно что-то одно на их выбор. Дети быстро привыкают к этому правилу, тем самым мы приучаем делать ребенку выбор а не ставить его перед фактом. Дети быстро учатся всему и быстро растут, и ясно одно, опыт грамотного покупателя точно пригодится им в самостоятельной жизни. Придерживаться правил помогут магазины Победа. Это магазины не для эмоциональных покупок, а для рациональных людей. Здесь нет ничего лишнего и одновременно есть абсолютно все, что вам нужно. Найти магазины Победа в вашем городе можно на сайте. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Ну а я тем временем уже почти сложила все постельное белье и когда сложу главное сразу все разнести по полочкам иногда сложу уберу в сторонку и это может пролежать день два поэтому лучше сразу сделать вы знаете сейчас когда мне что-то не хочется делать я стараюсь это сделать в первую очередь нужно какие-то бумаги заполнить не хочется вообще но я иду и делаю сразу. Нужно кому-то что-то сразу ответить, отправить. Стараюсь по возможности сразу это сделать, потому что я элементарно могу даже потом забыть. Это касается школьных чатов, у нас их очень много, и если нужно перевести какую-то сумму там, на подарки или на какие-то сборы, если я вижу это сообщение, я лучше сразу переведу, потому что я потом могу забыть это сделать, и как только я перевожу, я себе в телефоне записываю, какого числа перевела, какой класс, чтобы тоже потом не думать, а переводила я или нет. Вот у меня был какой-то период, еще года два назад, я не записывала, и очень было неудобно перед мамочками, которые собирают деньги. Я спрашивала, а мы оплачивали или нет? Так что я сразу стараюсь это делать и записать. Ну а здесь у нас уже вечер, мы поужинали, дети смотрели кино, но я решила погладить вещи, у меня накопилось много вещей, которые нужно перегладить. Это в основном школьная форма, моя какая-то одежда, здесь вот я складываю костюм, который мне уже мал, я решила его... Просто, да, сложу, у перо гладить не буду. И вот разные футболочки Кристины, Ксюши. У меня в основном все школьные рубашки, блузки кофточки белого цвета, потому что, как бы странно не звучало, но, но по мне за ними легче всего ухаживать. Если будут какие-то пятна, то у меня есть разные отбеливатели, все пятна очень быстро отходят, и вещь после стирки потом как новая. Пока я глажу, немножко с вами поболтаем, расскажу, как я съездила к врачу. Я наблюдаюсь в Москве, в роддоме, и... Сделали мне УЗИ, и сказали, что малышка сейчас сидит в тазовом прилежании, хотя еще месяц назад она сидела вниз головой, то есть она перевернулась. Весит она уже килограмм и 400 грамм, хорошо растет, развивается. У меня сейчас идет 32 неделя, и врач сказал, что до 35 они еще могут переворачиваться, хотя я вспоминаю другие свои беременности. У меня всегда вниз головой уже сидели, наверное, с 20 какой-то недели и все, до родов. А тут она месяц назад еще была вниз головой, а сейчас перевернулась, и меня это немножко, конечно, волнует, я переживаю. Хотя я знаю случаи, когда и перед родами переворачивается, так что да, буду надеяться, что все-таки она займет правильное положение. Вот, а так у меня дата родов стоит на 29-30 января. Но опять же, это плюс-минус две недели. Я, кстати, никого дольше 40 недель не носила. Продолжаю гладить рубашки, у нас старшие девочки могут сами себе погладить форму. Но раз уж я тут стояла гладила, я сама решила Машеньке погладить. Кристина с Лешей играли у нас в комнате, Иночка подарила интересную игру, тут и Настюши с ними. Но я сейчас доглажу, Потом, когда мы уложим детей спать, я хочу заняться шторами на кухне. Я хочу подрезать тюль. Возможно, вам видно на заднем фоне, как они лежат. Они длинные. И я хочу их прям по батарею отрезать, чтобы и ходить было удобно, чтобы дети не цепляли, и пылесос мог спокойно пропылесосить. Насчет боковых штор белых я еще думаю, оставить их или нет, поэтому пока обрезать не буду. Underneath the lights, we look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by. It tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk. Ну а здесь прибежала Настюшенька, стала проситься на ручки, поэтому что успела, я погладила, но остальное потом в другой раз доглажу. Я всегда говорю: лучше сделать хоть что-то, чем вообще ничего не сделать. Ну а здесь, когда уже все спали, я наконец-таки отрежу эти шторки. При детях специально не режу при малышей, а то они потом знаете, как быстро все схватывают, возьмут ножницы, что-нибудь мне отрежут, так что сейчас укорочу, мне чем нравится вот этот тюль, покупала еще в Икее, очень бюджетная была, 200 рублей, их не надо подшивать, просто подрезаете и все, ничего не расползается, у нас, конечно, кошечка наша Буся очень любит шторы, по ним прыгает, но пока зацепок не оставляет. Вот так вот укоротила, мне так понравилось. И по поводу боковых штор, еще не знаю, буду снимать, не буду. Может быть, я их сниму, посмотрю, не будет ли голо. Но в целом мне нравится. Ну а на сегодня я уже буду заканчивать свое видео. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, поставьте пальчик вверх. Мне будет безумно приятно. Огромное спасибо за поздравления. Уверена, их будет много. Нам очень всегда приятно. Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Берегите себя, своих близких и увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! Close your eyes and let us fade away Build a secret place for you and me Let our minds be caught up in a dream